Дирк Янг, спасибо большое за донат. Короче, два видоса в один получается. На запись просто бахнем, как там. Ну ладно, что делать. Че все видосы на ютубе тихие такие стали? Не гнилой район. Не-не, гнилой район не так чувствует. Сейчас погромче так сделаю опять. Мама-мама называется группа. Должно быть в плейлисте у тех, кто слушает там, не знаю, еще Dream Pop, Shoegaze, что-то такое, вот так. Написана дата основания 2005, то есть все-таки они не древние особо. Инди-рок, альтернативный рок. Ну, это как-то не конкретно. То есть это же, их нельзя назвать, это просто типичная такая средняя инди-рок группа, которые просто играют обычный инди-рок. То есть у них такой скорее как инди-рок с элементами арт-рока. Или такой. Вокальная, да, тоже можно сказать, что у них очень много всего. Но мне, честно, казалось, что это более старая музыка, чем 2005 год. Потому что... Но это на самом деле даже хорошо. То есть это значит, что они очень наслушанные старого музла и как бы с уважением к музыке там тоже каких-то очень пожилых годов все это сделали. Реально, прям вот повоняло немножко так 60-ми, 70-ми даже в этой песне. Это очень здорово, что они характер этого звучания смогли настолько передать, что ну даже я вот поверил. Это прям балдеж. Так, и следующую песню. Тут была песня Бадди, а здесь группа Бадди. Luxury Wafer Sessions. А, это та же самая песня, просто это лайв, но без видео. Сейчас даже перепроверю, какие здесь были. Ну да, здесь такое как бы вот как раз вот более пожилое звучание, а здесь оно скорее как 90-х. Как моя любимая здесь больше. Такие барабаны позлее. То есть это, я, нельзя сказать, что это звучит очень современно, но это уже... Нет, снова 80-е вышли какие-то. 60-е, 70-е.
моменты, кое-какие гармонии, ходы, которые мне вот прям именно из моей любимой музыки здесь есть. И, кстати, Radiohead слушает. Бывает. Ну, в хорошем смысле, то есть с мужчинами трахается или реально слушает Radiohead? То есть ты в этом смысле имел в виду? Я ничего от Radiohead в этой группе не узнаю, если честно. Вообще абсолютно. Здесь пидорства в этой музыке нет. Хорошая музыка. То есть, ну, нет, в смысле, корешок вообще просто разъебал, да. Ну, говновоз — это классика, да, шедевр. Ну, корешок просто... Капец, тебя с корешка разъебал. Блять. Казась. С корешком, бля, меня реально просто разнесло вообще. Говновоза я наизусть знаю. Петрович, вырубай насос. Типа Телкакор группа 90-х, вот такие же тоже штуки делали часто. Мне вот это нравится. Вот как то, что сейчас звучит. Гармонические такие переходы, и вот эти гармонии тоже, ходы вот эти использовали тоже. Ну, альт-рок под 90-х. А, ну на крипту, блин, ладно. Крип, как говорится, вот как Москва не Россия, а крип не считается за Radiohead. То есть... Они один раз в жизни сделали нормальную песню и сами ее считают самой своей худшей песней. Это как, знаешь, как геи, которые один раз в жизни попробовали секс с женщиной. И ты его спрашиваешь, ну что? А он тебе, отстой. Вот то же самое. Блин, секунду. Чертов отстой. Сейчас.